Получил очередную посылочку с AliExpress вот с такими вот воблерами. Они, как вы видите, все ядовитого цвета, такого кислотного. У меня все кренки, нет у меня маленьких и больших, именно с заглублением, чтобы от 0,5 до метра. А вот таких вот ярких цветов. Как практика показала, что яркие цвета на мелких водоемах, я где-то видео выкладывал по осени, что кислота конкретно в мутнике, ну, работала. Вот такой цвет работал капитально просто. Вот этот 4-сантиметровый будет крэнк конкретно. Получается ядовитый. Сейчас я вот просто попробую ультрафиолетом его отдам. Я просто не помню, светится он или не светится. Не, он не светонакопительный. Он просто флуоресцентный. Он выглядит вот так вот, ну, кислотно. Он не светонакопительный, потому что светонакопительный, когда я ультрафиолетом его обвожу, он даже сейчас светится. А эта краска флуоресцентная. То есть она становится ярким при наведении ультрафиолета. Но если под ультрафиолетом смотреть, то она просто становится ярко-кислотным цветом и все. Но она не светится. То есть, но рыба, она тоже это замечает. Следующий крэнк, он чем-то похож на поппер, но это не поппер. Вот такой интересный, расцветка у него какой-то неоновая. Тоже заглубление у него 0,5 до метра, может, сантиметров 70. Ну, по мелякам ходите, лопата, видите, у него необычная такая. То есть хорошо будет играть в воде и определенные колебания за счет этой лопаты создавать. Сейчас я попробую. Вот, видите, он под ультрафиолетом, он такой как неоновый, вообще ярко-ярко кислотный становится. Вот, смотрите, вот это флуоресцентная краска. Это флуоресцентная краска. 4 сантиметра, 5. И вот этот большой воблерок тоже заглубляется от 0,5 до метра. Тоже кислотная такая красочка. Вот здесь вот небольшой у него брачок, но это ничего страшного. Сейчас я его попробую. Не, он не светонакопительный тоже, но он ярко-ярко желтый. Ну, кислотного цвета. То, что нужно. Мне то, что нужно. Так что просто я взял такие вот кислотные три воблерка. На те водоемы, на которые мы ездим, они работать будут 100%. Поэтому я даже не парюсь. Стоит, наверное, от 25 до 35 гривен. Ну, каждый воблерок. Так что вот такой короткий был обзорчик интересных, прикольных, кислотных воблерков. Конкретно для мутной, грязной, темной воды. А вы, народ, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите следующее видео.